привет, ребята, сижу за компьютером, пока у меня Ванечка спит, у меня есть свободная минутка, и я мониторю очень интересную тему для мам, ищу инфу по поводу детского питания. У меня, слава богу, с грудным молоком все хорошо, но я хочу перестраховаться, погрузиться в эту тему, найти информацию. И на форумах многие мамочки делятся своим опытом и рекомендуют смеси кабрита. Эти смеси основаны на козьем молоке, что обеспечивает очень бережный и комфортный переход малыша на искусственное либо же смешанное скармливание. Кстати, Ванина сестра тоже выросла на козьем молоке. Прочитала тут такую интересную информацию, что козье молоко очень хорошо усваивается человеческим организмом, поэтому смеси на основе козьего молока очень похожи по составу на грудное молоко. Поэтому они усваиваются намного легче, чем смеси на коровьем молоке. Кстати, помимо смесей, у кабрита есть еще пюрешки и кашки, но нам пока об этом думать еще рановато. Я буду дальше мониторить эту тему, пока у меня есть свободная минутка, и посижу здесь, сейчас заварю себе кофе и буду читать дальше. Ванюшка проснулся, мы здесь развлекаемся. Сын, ну ты ж только что улыбался. Ты только что улыбался, уже начинаешь плакать. Мы тут готовим обед с Ванюшкой. Я готовлю сливочные макароны с курицей, спаржей, луком и грибочками. Вот у меня здесь все готовится. И ждем папу. Ждем папу с работы. Он сейчас уже приедет, папочка. Приедет скоро. Да? Ага-га-га-га-га-га. Ага-га-га-га-га-га-га. Ну, сына, ну так нечестно. Ну что, все, обед готов. Я еще добавила сыра тертого. Ваня уже приехал, так что сейчас будем обедать. Всем приятного аппетита. Фу, ребята, у нас такая жара, просто невыносимая. В общем, Ваня у нас сегодня, так как сегодня понедельник, Ваня идет в спортзал, а я с Ванечкой решила съездить в Сабадель, в торговый центр, купить Ване одежды с коротким рукавом, потому что сейчас очень жарко. И да, я ему, кстати, сейчас хлопковый надела ботик с длинным рукавом, беленький такой, вот, потому что в машине кондиционер, в магазинах тоже кондишены, на улице, конечно, жарко, но я решила его все-таки с длинным рукавом сегодня надеть. И сейчас мы поедем и накупим одежды с коротким рукавом. Буду брать 56 размер и 62. Два размера буду покупать. И уже будем смотреть, что мы будем носить. Все, я навигатор поставила. Сыночка закрепила, пристегнула. Он у меня сытый, довольный. Так что можно, в принципе, выдвигаться. Поехали, поехали вместе. Я хотела, конечно, Ваню с собой взять, но так как он в спортзал собирается, я думаю, ладно, пусть идет занимается в спортзал, а мы уже с Ваньком сами съездим, сами все закупим. Тем более, что Ваня по магазинам особо ходить не любит. Если у меня будут вопросы, я буду ему высылать, что взять. Но я нацелена, на самом деле, серьезно. Купить побольше одежды. Жара такая. И носочки. У нас уже все носочки маленькие, и они теплые. Я хочу побольше размер и потоньше носочки купить. Вот. Крем мы, кстати, вчера от солнца купили. Вот, и для лица мы уже давно купили, и купили для тела, так как сейчас тельце будет открыто, и у нас в Испании обязательно, даже если вы не на пляже, а просто там гуляете по городу, обязательно нужно мазаться кремом, потому что очень солнце такое сильное. Все, ладно, ребята, включимся уже, когда приедем. Ребят, всем привет! Хоть я уже и был дома, но я не успел с вами поздороваться. В общем, я сейчас отправляюсь в спортзал. Сегодня понедельник. Нужно эту неделю сходить четко. Понедельник, среду и пятницу. Тогда будет вообще все зашибись. Все, я сейчас побегу.
все это время выходил из дома, пытался подключить наушники, потому что они были подключены к планшету и все никак не разъединялись. Все. Включаем музончик и побежал. Я уже в магазине. Смотрите, сейчас в основном в пренатале покупаю вещи. Смотрите, какие классные есть. На 3-6 месяцев. У меня здесь карточка, так что мне со скидкой будут. Ну что, возьму такой. Ой, такой тоже красивый. И вот этот классный. Смотрите, какой. Ой, какая прелесть. Только возьму размерчик побольше. Тоже 3-6 возьму. Вот такой сладкий, блин, класс. Сейчас закупимся малышу. Я уже 2 пакета купила одежды. И смотрите, какие тут мне еще вот этот вот очень понравился. Сейчас покажу, но он тут маленького размера. Смотрите, какой классный. Пират. Круто. И тут 2 в наборе, и второй вот такой. С таким притом. Здорово. Это тоже хорошенький. На самом деле тут такой гигантский выбор. Я сейчас в Корт-Англесе нахожусь. Хочется купить все, если честно. Хочется скупить абсолютно все бодики, все эти костюмчики, штанишки. Я как бы взяла тут одежду на выход, ну, когда мы на улицу выходим. А еще хочу взять, наверное, в H&M возьму бодики, которые, ну, вот чисто дома, знаете, чтобы валялся. Пачкался. Вот еще мне такие вот маечки понравились. Ну, не знаю, брать, нет. Такие майки. И вторая вот синенькая со слоником. Пока похожу, подумаю. Потому что здесь выбор огромный. Я еще в H&M пойду. Там тоже много одежды. О, а тут есть на замочке. Есть маленький, но это совсем маленький на нас. О, смотрите. Какая красота. И не хочется брать голубое, хочется взять что-то яркое, что я поэтому там понабирала. Там тоже есть голубые комплектики, но я брала и яркие тоже. Ой, немножко не проехала. Вот, смотрите, какой. Так, ладно, пойдем дальше. Выбираю тут еще игрушки. И смотрите, какую классную нашла натяжку, или как она там называется. Короче, цепляется на коляску, на автокресло, в общем, куда угодно. Я вот хочу в коляску, потому что когда гуляем, и когда он не спит, чтобы он смотрел на игрушечки. И вот смотрю, вот этот вариант очень мне понравился такой. Блин, симпатичная такая, яркая. Думаю, взять такую. Вот, ну тут, в принципе, другого больше нет. А, и еще хочу взять вот эту вот штучку. Она, с одной стороны, черно-белая, с другой стороны, цветная. Так как мы сейчас часто на животике лежим, я хочу вот, чтобы он тоже смотрел. Вот, то что... Да, и вот такую еще возьмем, корову. Такую красивую. Все это мы покупаем. Занимался. Что-то как-то безумно устал. Но... Усталость такая приятная. Слушайте, в наушниках не слышу, что говорю. И такое ощущение, как будто я ору на всю улицу. Вот, в общем, позанимался супер. Сейчас отправляюсь домой. Как раз Катя должна скоро подъехать. Вот еще сейчас вам покажу одно местечко. Там все перекрыли. Видать, что-то будут делать. Но еще пока непонятно что. И там сейчас проход закрыт. Ну, маленькую щелочку вставили. Я через нее постоянно пролазю. Потому что иначе нужно такой круг делать. Обходить это все очень неудобно. Вот. И я уже в направлении домой. Кстати, у нас вот эта вот часть парка, ну что, по ту сторону, за камышами, парк. Как вам вид с камышами? Мне почему-то напоминает речки вот в России, где рыбачат. Вот камыш ассоциируется именно вот с каким-то водоемом. Речка или там озеро. А здесь нет водоема никакого, просто камыш растет. Очень странно. Ну, как-то так. Теперь мы с Ванюшкой отправляемся в H&M. И, в принципе, еще, наверное, тут недалеко цветочный магазин, еще цветочки купим. В общем, но для начала поедем, посмотрим сюда. Боже, остановите меня. Остановите меня скорее. Тут в H&M такие классные всякие разные бодики. Так что я тут...
Все, мне пора на кассу срочно. Единственное, что носочки я так и не купила, потому что носков нет нашего размера. Только очень большие или очень маленькие. Вот, смотрите, как здесь видите, никакого перехода, ничего нет. Там тоже никакого нет. То есть, как бы, эта часть, она вот здесь перекрыта. С той стороны они открыли, то есть заехать сюда можно на машине. Вот. А раньше, вот видите, куча всякого материала или мусора, даже не знаю. Вот забор какой-то, блоки. И вот тут поставили забор. Этого забора раньше не было, и мы спокойно, сказать, там переходили дорогу, и здесь, и все, и шли домой по парку. А сейчас, так как вот эту часть перекрыли, по идее нужно идти вон там, круг делать, вот так вот обходить и с другой стороны заходить. Ну, в общем, это безумно неудобно. И я сейчас вот тут хожу. То есть вот через этот забор прохожу. Кстати, на обратном пути не хочу бежать, потому что я поделал пресс. И так вот у меня болит, прям горит. Что? Тут, кстати, я прохожу. Вот. Что нет сил бежать. В общем, такую фигню поставили. Написано, что улица перекрыта, проход запрещен. Но не для нас. Смотрите, прикрепила я эту игрушку. Такая она прикольная. В общем, смотрите, тут тянете за морковку. Еще так вот крутится. Прикольно. Будь здоров. Будь здоров, сыночек. Вот так прикрою. С этой стороны вот здесь глазки. Короче, все, что нужно. И лежит, смотрит. Сейчас хочу заехать купить кофе и пойти погулять вот тут в парке. Чтобы я уже, в принципе, купила все, что нужно. Больше покупать ничего не надо. Вот только хочу за кофейком заехать. И пока он будет играть, смотреть, я попью кофе и погуляем заодно. И потом уже домой поедем. Тут в парке кайфово. Уточки плавают. Малыш не спит. Играется, рассматривает игрушки. Такой довольный. Не могу. Уже давно хотела купить такую штуку. Все, в интернете не могла найти классную, чтобы вот интересная была. И на вот таких вот зажимах. Вот тут вот в Кортенлесе такая прикольная. Классно. Я думаю, еще дополнительно, если вдруг можно как бы менять игрушки, сюда цеплять еще какие-нибудь. Ага, вот на липучках можно менять вот эти вот висюльки на какие-нибудь другие, там есть петелька. В общем, одни плюсы. О, как классно. Гуляем. Ваня на тренировке. Да блин, сегодня точно не мой день. Пить разлила кофе. Ой. Кто там огукает? Ребят, это называется синхронность. Смотрите, кто приехал. Тендерин. Здрасте. Как вы тут? Как погуляли? Супер. Расплакались, пока выезжали с Сабаделя. Ну, потом успокоились, да? Да, он все вырубился. Так, ребята, сейчас буду вам показывать, что накупила. А вот это сегодня Ваня с работы привез. Был на работе, и у него внизу там есть недалеко магазинчик детский. И он купил вот такие вот бодики-маечки. Такие красивенькие. Такие классные, Мишка такой здоровский. И вторая маечка такая вот полосатенькая. Вообще здорово. Такие вот классненькие. И давайте сейчас покажу. Котик! Идешь смотреть, что купила? Идешь. Итак,
Сейчас достанем все с пакетов. О, куча целая. Пренаталь у нас есть? Да, в Корт-Англесе пренаталь. Взяла вот такой вот. Так, сейчас я все подвину. Вот таких вот, а с собачкой. И тут собачка. То есть два идут в наборе. Слушай, я которые купила, они какие-то совсем маленькие, нет? Да. Но я смотри, я взяла 3-6 месяцев. Я взяла побольше. Я некоторые большие побольше взяла, некоторые поменьше, в общем, разные. Вот такие вот, смотри. Зай, голубенький. Это что, киты, да? Вроде киты. Да. И вот тут вот тоже киты. Так. Вот такой еще взяла. Зай, ты смотришь? Пытаюсь. Вот, смотри. С мишками такой бежевенький. Нежненький такой. Потом. Вот такой вот бодик. И сверху такая типа маечка. Ага, классно. Кто там, медвежонок? Не, вроде мишка. Мишка? Да. Вот такой вот с Микки Маусами. И на выход вот такой костюмчик. На выход? Ну да, когда мы ходим гулять там. Класс. К врачу, например. Подтяжки нарисованы, да? Пришитые. Как классно. Ленточки пришитые. Галстучек, кстати. Галстука у нас еще нет. Да. А потом вот такой вот. Это кубой. Это тоже на выход, кубой. Вот. Еще вот такой вот. Ё-моё, у него уже одежды больше, чем у меня. И мне еще очень понравился вот этот. Ава, оранжевый такой. Сына, так. У тебя одежды. Дальше. Классный, круто, много. И еще взяла вот такой бодик. Он идет сразу с линявчиком, который вот на кнопочках. Это, кстати, прикольно. Ой! Ой, кто-то пукнул. Это был не я. И в этом же магазине еще взяла обычные вот такие вот бодики, как футболочки, но бодики, просто белые. Так, дальше. Переходим к этому магазину. Что мы здесь взяли? Взяли вот такой вот набор. Cool. Да. Тут шортики и такая вот шапочка в наборчике. Потом вот такой наборчик морской. Классный. Это на пляж ездить, да? Да, смотри. Классный. Потом. Я буду одевать тематически. Смотри. Пляж, у нас мы любим вот эту вот серию с люблю папу, но с длинным рукавом. А это с коротким рукавом. Побольше, да? Шапочка побольше, да, и шортики. Видишь? Да. И шортики. Такой наборчик. Потом отдельно взяла вот такие вот шортики. 3 штуки. С карманами. Классные. Затем слюнявчики. Это, кстати, вещь незаменимая. Просто. Таких у нас нет. Так что взяла такие. Взяла панамочки, такие кепочки. Вот, видишь, мягенькие. Да, классно. Вот такие. Сушка. Да. Правильно. Вот так. Синенькие, беленькие. Они, ну, как бы в наборе шли. Потом что еще? И еще взяла на всякий случай такие вот штанишки. Вот вечерами, летом, бодик надели и сверху штанишки. И вообще прекрасно. И все. Классно. Вот ну, такие теперь, вот хоть покупки. Есть одежда для того, чтобы не каждый день стирать. И точно. Да. Так, Пума, а ну брысь. Вот такой вот новый гардероб. Надо сейчас это все снять с вешалок, этикетки отрезать и закинуть в стирку. Довольное чудо. Что происходит? В общем, ребята, уложила Ванечку уже спать. Покормила, уложила. Он уже в ночь ушел спать. Но в ночь ушел. Я сижу на террасе. Уже здесь так хорошо. Прям вообще такой кайф.
Я сегодня буду монтировать влог. Да, потому что все это время Ваня монтирует влоги. Сегодня я пойду смонтирую. Кстати, Ваня пришел. Наконец-таки можно вечером выйти на балкон, да? Да. Посидеть. И лампочки так круто светят. Освещают. Надо бы закинуть. Кайф, да. Ну что, ладно, ребята, пошла монтировать влог. И немножко посидим, покайфуем и спадки, баиньки. Так что всем спокойной ночи и всем пока-пока.